Какая, кто-то без шприца укол какая сделает. Какая вкусная рука. Без шприца укол. Ходи быстрей. Помогай маме. Ну-ка. Да. Злая крыса. Злая крыса. Ну, подними руку над ней. Сейчас прыгну. Угу. Ова. Вышел, вышел, лови быстрее, Мой защитник. Ах, умница, хороший. Да, мальчик. Теперь в попу укольчик. Хороший защитник. Хороший. Обманули Фунтика, негодяя. Хороший. Подключи здесь полный. Взяли инсулиновое, ими поудобнее дозировку делать. Ну, иголочка поменьше. Все-таки там ляжка-то как у лягушки. Москитиита, да? Москитиита, да? Кто ты? Косица. Что ты? Что ты? Давай, будь мужиком. Расслабься, дай посмотрю другой. А в какую ты в прошлый раз колола ему? Последний раз? Угу. Ему уж 3 дня не колола ничего. 3 дня? Да ладно. Да. Ты вроде недавно колола ему. Расслабь булочки. Надо, чтобы вот он вот так лежал. Давай, я буду одной рукой вот там держать. Здесь. Как раз у меня получится. Хорошо. Гладим. Все. Видит шприц. Сейчас у меня тяпнет. Да не тяпнет он тебя. Давай. Господи. Очки одела. О, все. Да он потом. Тихо. Все, малышек, все. Да, они же антибиотики-то больничные. Да он сказал, что он говорит, вообще невозможно какой болезнь. Все, даже не укусил меня ни разу. Ты моя умничка. Хороший мальчик, да вот так. Хороший мальчик. Фу, нет, это для здоровья, терпи. Фу, я же вспотел, жуть. Ну что, живой? Ага, обещаешь, больше не будешь. Ну, зачем ты обманываешь малыша? Маленький фунтик. Ну прости, это для тебя все. Видишь, ты у нас уже и какать начал, и кушать. Все. Скоро наладится. Да? Здесь начинает. Косится на шприц. Сейчас, все, мы его выкинем. Плохой, да? Плохая кака. Плохая кака, да? Плохая. Да. Все, выкидывай. Ох, Фунтик. Еще мы к тебе пришли опять. Фунтик притворился мертвым. Глаза закрой, тогда будет больше понятно. Похоже. Альмагельчику, малыш, давай перед ужином за полчасика. Утюкусь. Ну, хоть сладкий и не больно ему, да, как-то. Весь в Альмагеле на ухе, на бороде. Вкусно? Вот бы, скажи, укол такой же вкусный был, да? Через полчаса ужинать будешь. Кашку. А что делать? А, мяску еще. Мяску можно, да? Вареное мяско. Рику надо запивать еще водичкой. Чуть-чуть, а то она густая. Так сейчас привыкнет, скоро будет каждый раз Альмагель просить. Он сладкий, а потом водички. Фунтиковое меню. Еще каша, рис, да, морковка там. Ну там риса и морковки крайне мало, там мясо, в основном мясо. Мясо вареное на блендере. Ну и сверху сердце одно. Нет, это печенка. А, это куриная печенка, да? Чтобы для аппетита. Так вот. Такая диета. Конечно, печенка добавляет азарта. Приехали мы в соседний поселок. Вон там у нас клиника. Фуня ехал всю дорогу. О, замолчал. Дышал. С высунутым языком. Да, почему-то у него опять какая-то клаустрофобия началась. Наверное, когда он помер тот раз, у него что-то свихнулось, да, в голове. Такое ощущение. Всегда любил кататься на машине, а сейчас что-то психо это нервничает. Ну все, собираемся. Пойдем рентген делать.